Домашний интернет от New Lime. От 250 рублей в месяц за 100 мегабит. Телефон на экране. Парад спортивных федераций округа, показательные выступления, флешмобы и первенство по мотокроссу. В Люберцах прошел День физкультурника. У праздника многолетней истории, но и сегодня его отмечают с размахом. На торжестве побывала наша съемочная группа. День физкультурника в Люберцах стартовал с парада федерации. Конный спорт, спортивная гимнастика, футбол и баскетбол и многие другие виды спорта, которые представлены в округе. Ведь Люберцы – это территория спорта. Спортсмены прошли через весь центральный парк, вошли в ворота стадиона «Торпедо» под торжественную музыку оркестра, демонстрируя прохожим красоту и стать здорового тела. О здоровье духа участникам праздника напомнил замглавы Люберецкой администрации Андрей Сыров. Спорт объединяет. Именно на спортивных площадках формируется характер. Закаляется тело. И позволяет вам в дальнейшем решать любые вопросы. Решать любые вопросы и добиваться любых целей – это про Дмитрия Василенко. Прямо на празднике он выжил от груди 4200 килограмм веса. Но не только силой тела помог ему спорт в жизни. Я благодаря спорту достиг в этой жизни очень много, потому что у меня не было родителей. И благодаря спорту я достиг в этой жизни, можно сказать, все. А это самое все – это моя спортивная семья и мое будущее. А вот Андрею Сухареву удалось поставить рекорд Московской области по жиму лежа. Он одолел вес крупного слона. Такой результат стоит многого, иной опустил бы руки. Я выполнил 200 килограмм на 26 раз. Ну, наверное, это рекорд Московской области сейчас. Общий тоннаж 5200 килограмм. Естественно, это тренировки, это года, это суставы и травмы. Все это все года, 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 и идешь от нуля и вверх. Зрители смогли увидеть выступление и по более изящным видам спорта. На помосте показали, на что способны ребята, которые занимаются черлидингом и художественной гимнастикой, фигурным катанием на льду и на роликовых коньках, спортивными танцами и фехтованием. Кульминацией мероприятия стал флешмоб. Спортсмены выстроились таким образом, что на стадионе «Торпедо» появилось слово «хэштег спорт». В рамках Дня физкультурника также прошло первое летнее соревнование по мотокроссу. Несмотря на жаркую погоду и внушительную экипировку, спортсмены шли к победе через песок и пыль. Александр Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.